Так, тут осталось выставить бегунок. Всем привет, друзья! С вами я, Руслан, сталкер 2011. И сегодня у нас будет жизнь бандита. Модаут 2. Я тут, значит, чиню свою лайбу. Вот она у меня. Конечно, остался этот бегунок тупой выставить. Там что-то с коробкой передач-то связано. Я даже сам не знаю, но надеюсь, сейчас хотя бы получится ее завести. Так. Все, давайте сейчас попробуем ее завести. Так, давай, давай, ну заводись ты, ну давай. Ух, слава богу, завелась. Так, начальник меня попросил, чтобы я сгонял за пивом ему. У нас будет там небольшой такой праздник. Ну, у нас он, конечно, будет почти каждый день, ну, потому что мы типа бандиты там. Круто все. Ну, ладно, сейчас мы съездим за пивком, ему все будет хорошо. Так. Вон ближайший магазин, сейчас давайте сюда заедем. Он попросил купить Жигулевское, ну, Жигулевское нормальное. Так, вроде это магазин. А, вот тут я один еще есть, вот этот вот. Тут сказали, пиво продают хорошее такое, да. Во, магазин, отлично, все. Давайте сейчас, надеюсь, там мелочь у меня есть. Да, ура, есть целых 500 рублей, купюры, отлично, все, идем. Так, все, купила 10 бутылок. Так, ну ладно, ничего страшного, мы будем не одни в компании, там еще будут другие люди. Так, багажник у меня не это. Ой-ой-ой, зачем я сам залазю? Не открывается, там ключ у меня где-то потерялся. Так, все. Пакетик с пивом я положила, осталось доехать до гаража. Так, подождите, мне сейчас кто-то звонит. Алло. А, хорошо, сейчас подъеду, давай. Короче, звонил начальник, сказал, что надо подъехать к нему, но такси стоит дорого, так что я буду ему как бесплатное такси. Так, ладно, все, давайте сейчас поедем. Сказал, что он будет рядом там у дома, вон у того здорового. Вот видите, тот вот желтый здоровый. Конечно, я там ни разу не был, это улица Синая, 76, по-моему, если я не ошибаюсь. У меня там просто рядом родственник живет. Ой, господи, да кто придумал наши русские дороги? Что там так трясет-то? Так, ладно, давайте, наверное, сюда надо повернуть. Опа! Господи, женщина, куда вы идете? Пошел нафиг! Да сама ты пошла нафиг! Слушай, так, какие женщины вообще? Так, ой-ой-ой-ой-ой, сейчас я в остановку врежусь. Так, ладно, все, поехали. Опа, вон он, этот дом здоровый. Даже я не знаю, сколько там этажей, я даже сам не сочетаю, наверное. Не сосчитаю. Я без... Опа, так, ладно, все, заезжаем. Только вот где тут подъезд, я не знаю, потому что я тут давно не был. Так, ну видно, что... О, господи! Да ладно, она, надеюсь, жива. Так, все, поехали. А где тут подъезд-то, ёперный кокос? Так, тут нету, тут нету. Так, он что без... Вон, я нашел подъезд, ура! Так, вот он у меня стоит. Все, здрасте, пока я к вам добирался, уже миллион лет прошло. Так, ладно, все, давай сейчас руки пожмем, здорово, так. Ладно, все, до гаражей сейчас надо ехать. Окей, как скажете. Опа. Слава богу, моя ласточка сегодня завелась. Это первый день, когда она завелась с первого раза. Ой, ну, конечно, когда я ей бегунок выставил. Так, ладно, все, поехали. Так, 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 так. О, ура, на зеленый успели. Так, ой, главное не врезаться в этот Porsche Cayenne. А то вообще тогда мне будет крышка. Потому что он стоит 10, как 10 моих вот этих 99-ок. Так, я что-то даже дорогу забыл. Так, ну ладно, я же не такой, чтобы дорогу забывать. Так, ладно, я ничего не забыла. Поехали. Ой, опа, ой, отлично. Давайте, о, уже сотку прём, нормально. Моя 99-ка быстрее не может. Так, где гаражи эти долбанные? Я бы мог сюда заехать в универмаг. Ну ладно, ничего страшного. Так, а где гаражи? Да я опять все гаражи потерял. Да ну господи, какая моя память? Вообще, как мой дед говорит, девичья память. Так. Вот эти, что ли? Так, ладно, все. Опа, опа. Все, поперли. Ой! Пипец, мы подлетели. Опять помял. Господи. Все, мы доперли. Наконец-то мы доехали. Так, все, стармозим. Все, давай. Сейчас столик накрываем, и будет вообще нормально.
Ну давайте, пацаны, выпьем там за здоровье, за счастье, чтобы все было у вас нормально. Давайте. Ой, как хорошо. Ща, подождите, мне там кто-то звонит. Давай. Да сейчас приду, не кипишуй ты. Алло. Алло, привет. Если ты мне не вернешь сейчас бабки, то у тебя будет полный пипец. И для того, чтобы ты мне их вернул, ты мне должен найти какой-то чемодан. Пацаны, тут какой-то человек говорит, чтобы я ему отдал деньги и какой-то чемодан. Какой чемодан, господи. Так, этот чемодан находится в каком-то заброшенном доме. Ну ладно, хорошо, как скажете. Только я сейчас немножко нетрезвый. А, вам все равно? Да ладно, но если меня оштрафуют на 1 000 000 рублей, то вы еще меня это не ругайте. Так, ладно, все, поехали. Сказали, что это какой-то заброшенный дом. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное сейчас никуда не врезаться, то я просто не очень сейчас трезвый. Так, ладно. Надеюсь, меня менты не запали, тогда будет у меня вообще крышка. Так, ладно, все, поехали. Ой, господи. Господи! Это Porsche Panamera вроде. Да, я не разбираюсь в этих современных тачках. Я больше по советским. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное сейчас светофор не сбить. А! Ой, господи. Я какой-то светофор сбил. Так. Господи. Бедная 99-я. Да пофиг, давайте паям. Так, главное сейчас не пробить радиатор. Мне кажется, что я уже его пробил. Так, ну ладно, все, поехали. О, господи, господи, господи. О, боже, Порш! Валим быстрее, он меня сейчас убьет за это, за его крутую машину. Так, он мне показал метку, вот сюда надо ехать, наверное. Блин, я задел крутой Порш. Так, ну ладно, это ничего страшного, это бывает, это у каждого бывает, наверное, ни у кого, кроме меня. Господи, я провернул поворот, короче, пропустил. Так, ладно, все, поехали. Это он туда надо забраться. О, господи, Камазис, мне кажется, тоже не трезв. Ну, конечно, воскресенье, все дела. Так, ладно, все, поехали. Давай ты заезжай, ты. Опа, вообще по барабану. Ой, я не туда приехал. Так, это СТОшка. А, я перепутал, надо ехать прямо. Так, ладно, все. Там, наверное, в этом чемодане бабки находятся, но если я, конечно, не ошибаюсь. Господи, КамАЗ вообще что-то тупит. Так. Ой, господи, господи. Сказали, что это какой-то заброшенный завод, вроде вон он. Господи, бедный 99-й, надо опять на СТО ехать. Ой, так, ладно, все, поехали. Вот этот завод, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а вдруг там какие-то менты находятся? Я не знаю, так давайте сейчас на всякий случай ее закроем. Хотя что тут закрывать? У меня же дверей нету, так. Ну, наверное, все подумают, что это заброшенная машина, она ж никому не нужна, мой чермет. Так, вот этот кран там какой-то стоит. Ну, короче, какая-то заброшенная... О, есть какой-то заброшенный этот... Газончик это вроде, газ, да-да-да-да-да, заброшенный завод. Ой, вот так вот, где мне этот чемодан искать? Это какая-то игра называется. Я не знаю, нифига. Так, мне что-то как-то страшно. Ну ладно, идем дальше, идем потихонечку. Сейчас, наверное, давайте туда заберемся. Окей. Заберемся. Целый круг я сделал. Так. Ой, так. Ладно, все, давайте заберемся на тут. Вот эту здоровую башню. Это вроде газ тут. Газ это вроде. Там это, там что-то этот газ нужен. Он там в квартиры там с помощью этого отапливается. Так, ладно, вроде тут. Ой, я вижу какую-то коробочку. Ой, это тот самый чемодан. Так, опа, так, а что тут находится? А что это, как что-то пикает? Господи, мне страшно, я это уберу. Так, ладно, все, давайте пойдемте назад. Пусть он меня пристрелит, но я не хочу этот чемодан трогать. Там что-то пикает, вдруг это бомба. Короче, ребята, я не знаю. О боже, господи. Походу, это все-таки была бомба. Так, ну ладно, надо как-то скрыться. Я даже не знаю, что это за человек. Его ни разу... Господи, не надо. Так, я его ни разу в глаза не видел. Опа, я даже по голосу его не узнал. Нафиг он мне нужен. Так, ну ладно, сейчас думаю, надо сваливать.
Быстрее, 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 быстрее. Надо все доложить пацанам. Может быть, они знают, кто этот молодой человек. Ну, а с вами был я, Руслан. Всем удачи, всем пока-пока. Ждите новых серий.